только так. Если сказал, делай. Да, давайте сделаем следующим образом. У нас есть одна небольшая проблемка, хотя, как вы поняли по нашему выступлению, она не одна. Да. С нами не хочет работать ни один шоу-балет. Вот, если можно, пару человек, помогите нам. Да, именинницу обязательно возьми, конечно, именинницу возьми обязательно. Возьми еще несколько человек. Это могут быть парни, это могут быть девчонки. Просто нам нужно красивый финал сделать и уже уйти, чтобы мы могли спокойно пить, гулять дальше. Короче, с днем рождения! Я не слышу аплодисментов. Готовы, да? Раз, два. Раз, два. Раз. О! Итак, вот у нас есть шоу-балет. Нормально, нам достаточно, да? А вот еще красавица. В смысле? А? Что в смысле? Я тебе сейчас говорю. Так, сейчас выйдет сюда танцор, он покажет вам кое-какие движения. Мы эти движения соединим и сделаем такой финальный танец красивый, чтобы мы могли уйти, покончим. Да. Конечно, хореограф. Он у нас еще и хореограф по совместительству. Поэт, песенник, стриптизер и хореограф. Он будет вам показывать движения. Вы запоминайте, голос за кадром будет эти движения как-то обзывать, чтобы вы не забыли. Потом мы все соединим зажигательный танец. Готовы? Моем посуду. Барышня, это движение не запоминайте. Моем посуду. Раскладываем посуду, тоже не особо нужно. Маленькая рыба. Большая рыба. Маленькая рыба. Большая рыба. Верхняя полка, нижняя полка, верхняя полка, нижняя полка. Кормим цыплят. Кубик Рубика. Ну, все просто, видите. Дубасим карликом. Дубасим великана. Удовлетворяем великана. Что? А, ну все, я забыл, что мы переименовали, да. Маракасы. Маракасы. Маракасы карлику. Нижняя маракас. Да. Соединяем движение. Отвечаем аплодисментами. Наш специальный шоу-балет. Он говорил так: улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Ведь самые большие глупости делаются с умным выражением лица. С днем рождения!